Добрый день, дорогие друзья и зрители моего канала! Сегодня я завтракаю в самом дальнем укромном уголке сада, рядом с цветущей жасмином, и стиль моей сервировки сегодня – кантри или деревенский. И начало ему положил вот такая кружка с курочкой, вот такая смешная, посмотрите. С красной ручкой, в горошек, кстати, в красный, белый в красный горошек, и сама в такой цветочек. Для моей яркой сервировки я подобрала довольно скромную голубую льняную скатерть в белый горошек и замечательным кантом в мелкий цветочек. Посмотрите, какая красота! Красную посуду в белый горошек я времен СССР я покупала на блошиных рынках. Чашечки производства Дулёва, миниатюрный чайник, к сожалению, он был без клейма. Ну, а вот блюдечки сделаны были в ГДР на заводе Калла. Красно-белый гороховый принт идеально подходит для моего сета в деревенском стиле кантри. Этот незамысловатый узор идеально сочетается с натуральными материалами – керамикой, деревом, стеклом, льном. Это само воплощение доброты, тепла и уюта. А вот это замечательное красная пиала в белый горошек с обрезным волнистым краем была сделана на Дружковском фарфоровом заводе Донецкой области. И вы видите, на клейме даже изображена шахтерская лампа. Такой знак ставили с 1974 по 1984 год. А вот и замечательный петушок, красный гребешок, золотая бородушка. Дорогие мои, вы только посмотрите, у меня на столе настоящий птичий двор. Это набор из специй, выполнен на Ленинградском фарфоровом заводе СССР в 1980 году. И вы видите птичку, голубку, индюка и петушка. Это солонка и перечницы. Они выполнены с применением кобальта и золота. Это изюминка моего сета. Голубка и индюк мне достались от родителей, а петушка мне пришлось покупать на барахолке. Посмотрите, какая красота! Утром до завтрака я собрала букет полевых цветов с колокольчиками и ромашками, а также приготовила томик стихов Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о золотом петушке». Thank you.
Дорогие друзья, я, конечно, хорошо понимаю, что летом все очень заняты. Поэтому особенно благодарю тех, кто нашел время и заглянул на мой канал. Очень вам рада и надеюсь, вам понравилось мое видео и вам понравились мои идеи сервировки. Напишите, пожалуйста, в комментариях об этом. До встречи, мои дорогие друзья! Замечательного вам лета!